Здравствуйте, уважаемые подписчики и просто зрители моего канала. Сегодня я вам хочу представить образец имитатора сигналов датчиков коленвала и распредвала. Сделан по модульному принципу. Дисплей отдельно, отдельно плата. Поставлен новый микропроцессор. Сделаны кнопки, выходные транзисторы. Стоят более мощные. Значит, выпущена пробная партия, точнее сказать, не пробная, а тестовая партия, 20 комплектов. Комплект стоит 5000 рублей, уже полностью собранный. В микропроцессоре еще есть место для добавления новых датчиков, точнее сказать, новых сигналов от датчиков. Здесь в основном собраны все сигналы, которые сейчас используются. Но мало ли, если вдруг появится какой-то дополнительный сигнал, то всегда можно будет перепрограммировать этот процессор под определенный сигнал. Примерно 10 сигналов там осталось. То есть будет еще обновление. Где-то примерно через год полностью этот процессор заполнится. Будет высылаться тем, кто приобрел этот имитатор. Давайте мы рассмотрим работу этого имитатора. Подключим осциллограф, посмотрим выходные сигналы и какие датчики здесь задействованы, на каких автомобилях. То есть сделаем обзор этого имитатора. Давайте мы подадим питание сейчас на имитатор. Вот включается выбор меню. Значит, в меню следующее авто. Suzuki SX4. Это с блоком ME17951. Dodge. Nissan Maxima. Да, примечательно то, что здесь у нас организованы выходы для V-образных моторов, то есть те, которые комплектуются тремя датчиками, одним датчиком коленвала и двумя датчиками распредвала. Есть еще запасной и четвертый выход, то есть для трех датчиков распредвала и датчика коленвала, который можно реализовать. Запускали Nissan Maxima. То есть все здесь сигналы, которые есть, они все проверены на конкретных автомобилях. То есть все это прекрасно работает. Сейчас я подключил датчик холла, датчик коленвала и датчик распредвала. То есть выходы датчика холла. Здесь это индуктивный датчик. Вот индуктивный датчик выход минус, индуктивный датчик выход плюс. То есть кто хочет приобрести, пишите мне на мой номер, который будет дан под видео, и приобретайте. В конечном итоге, когда имитатор полностью будет заполнен, то есть микропроцессор, стоимость имитатора будет 8000 рублей. Сейчас он продается по 5000 рублей с последующим дополнением и обновлением микропроцессора. Дальше что мы здесь смотрим? Nissan Almera, версия 1, версия 2. Nissan Sirena. Все основные параметры и сигналы здесь есть. Даже грузовые автомобили. Вот. И MAN можно крутануть на столе. И Actros, и джипы. И Ford Focus, Mazda. Тахометр — это просто сигнал, выходной меандр. Для проверки, скажем, в панели приборов датчика скорости, чтобы спидометр показывал, тахометра и так далее, и так далее. Это просто выход меандр. Ну и теперь давайте посмотрим осциллограммы, которые выдает наш имитатор. Пока выключаем все и переходим на осциллограф.
Итак, давайте запустим наш имитатор. Включим. Выберем Suzuki SX4 для начала и посмотрим осциллограмму. Нажимаем пуск. Нижний у нас зеленый, это датчик распредвала, верхний это датчик коленвала. Вот так работает имитатор Suzuki. Это ее осциллограмма. Блоком E17951. Теперь запускаем автомобиль Dodge. Вот это сигналы автомобиля Dodge 2.4 старого двигателя. Датчик коленвала желтый, датчик распредвала зеленый. Вот так выглядит осциллограмма Dodge. Также существует Dodge версия 2, то есть там два типа шло сигналов на двигателе 2.4. Вот сейчас мы рассмотрим второй тип сигнала. Распредвал немножко изменен там. Коленвал прежний, а вот распредвал, сигналы уже немного другие. То есть это Dodge 2.4, версия 2. Теперь рассмотрим Nissan Maxima V6. Там идет три датчика. Сначала сейчас мы посмотрим два канала, как работают. Вот Nissan Maxima у нас пошел, то есть это датчик. Датчик числа оборотов у него есть, датчик коленвала и датчик распредвала. Сейчас идет датчик числа оборотов. Внизу датчик распредвала. Сейчас переключимся. Сделаем вот так вот. Вот это уже второй датчик. То есть подключать надо, естественно, все три датчика, чтобы запустить эту машину, то есть это ТБУ на столе, надо подключить все три сигнала. Сигнал датчика числа оборотов и два датчика по распредвалам. Вот так выглядит осциллограмма Nissan Maxima V6. Теперь давайте посмотрим Nissan Primera версия 1. Вот у нас осциллограмма Nissan Primera. Это версия 1. Дальше смотрим также Nissan. Версия 2. Вот такие сигналы пошли. Дальше будет сигнал Nissan Sirena. Вот такой вот сигнал Nissan Sirena. Дальше есть сигнал Nissan Wingroad. Это V6 также мотор. Вот такая осциллограмма у этого Nissan. На столе запускается без проблем все. Чем хорош этот имитатор, то сигналы здесь не настраиваемые. Вам просто стоит подключить их к блоку управления, и блок управления запустится, потому что здесь уже все готовое. Все осциллограммы, все синхронизации. Теперь давайте рассмотрим сигналы Mitsubishi. Так, вот сейчас 2.4 старый Mitsubishi пошел. Вот он. Это мотор 2.4. Ставился он на Галанты. Вот такие вот у нас сигналы коленвала, распредвала. Также можно имитировать старые 2.4 трамлерные автомобили.
сигналы в точности такие же. Давайте перейдем теперь к Mitsubishi Melco, которая ставится на большинство автомобилей Mitsubishi, и посмотрим сигнал Melco. Это версия 1 у нас. Это версия 1, а сейчас сделаем версию 2. Вот, версия 2. Трехлитровые моторы можно запускать Mitsubishi Pajero. Синхронизация выполнена уже готовой. То есть ничего не настраивать, ничего не нужно. Просто подключаете к блоку. Делаете его без иммобилайзера, естественно, и запускаете на столе. Также по Mitsubishi имеются моторы 2.4 New, которые новые, уже с новыми сигналами. Вот такие сигналы идут на новых 2.4 автомобилях. То есть сигналы все готовые. Вот еще сейчас будет сигнал Mitsubishi V6, версия 2. Вот такие вот сигналы тоже имеют место быть. Все Nissan и Mitsubishi, то есть все сигналы Nissan и Mitsubishi здесь представлены. Ну вот сейчас покажу обычный сигнал 60-2. Вот он, обычный сигнал у нас идет 60-2. Также здесь одновременно сделана и синхронизация по распредвалу. Вы можете также подключить сразу распредвал. Вот синхронизация по распредвалу. Можете запускать вместе с распредвалом. Ну, 60-2 индуктивный датчик используют большинство автомобилей. То есть вот здесь он показан с синхронизацией. Сейчас рассмотрим грузовой автомобиль MAN. Датчик он использует индуктивный на коленвале и распредвале датчик пола с синхронизацией. То есть вот такие у нас сигналы на MAN. Так, теперь включаем Mercedes Actros. Вот такие сигналы у нас на Actros. То есть запускать на столе можно грузовые автомобили без проблем. Также имеются сигналы американских машин. Dodge я уже показывал. Вот Jeep 2.4. Поехали, Jeep. Дальше у нас идет Ford Focus 2. То есть там индуктивный датчик стоит внизу на коленвале. И здесь дана синхронизация по распредвалу. Вот индуктивный 60-2. Пройдемся немножко по япошкам еще. Mazda 3, двигатель 1.6. Там стоят датчики хула. Включаем. Вот, пожалуйста, синхронизация датчика коленвала распредвала Mazda 3, двигатель 1.6. Дальше у нас идет просто тахометр. Вот об этом я уже говорил. Просто меандр для проверки приборов самих в приборной панели или еще для каких-либо целей. Регулировать частоту вы можете без проблем кнопочками. Также есть французы, например, двигатель EP6 PSA. Это Citroën Peugeot MEVD 17.42.4. Вот такой вот сигнал на EP6. Датчик коленвала распредвала. Дальше мы смотрим Toyota. Вот Toyota двигатель 1ZR FE.
Вот такой сигнал на Тойотах. Дальше сигнал Шевроле. Вот, пожалуйста, это Шевроле. Дальше мы видим сигнал Honda. Это сигнал на Honda. Все сигналы уже предустановлены. Просто включаете блок на столе и проверяете. Также имеются осциллограммы и на европейские автомобили. В частности, Volkswagen Audi. Вот Audi 1.9 турбодизель. Вот он у нас пошел. 1.9 турбодизель. Вот такие вот сигналы синхронизации на дизеле. Имеется Nissan Juke New 2012 года. Там тоже другие сигналы идут. Обычным ниссановским не запустите. То есть вот такие вот сигналы. Volkswagen 1.4, BBY, вот такие сигналы, чтобы запустить Volkswagen. Есть Toyota 5 FZ-FE, вот, пожалуйста, Toyota 5 FZ-FE, здесь вот такие вот сигналы синхронизации. На этом обзор нашего имитатора хочу закончить. Вот здесь имеется светодиод, количество числа оборотов. Ну и так далее, и так далее. Здесь вы сами рассмотрите все. Основные функции имитатора я показал. Всем всего самого наилучшего. Много работы. Хороших клиентов и успехов во всем. Самое главное, крепкого здоровья.